за Токаева Касым-Жомарта Кемелевича 6 556 392 человека или 81,31%. Общее число граждан Республики Казахстан, согласно уточненным спискам избирателей, составило 11 953 465 человек. Получили избирательные бюллетени 8 300 046 человек, или 69,44%. В соответствии с Конституционным законом о выборах в Республике Казахстан, территориальные избирательные комиссии в течение 2 дней после подсчета голосов должны доставить оригиналы протоколов по каждому региону. Итоги внеочередных президентских выборов, состоявшихся 20 ноября текущего года, будут установлены на заседании Центральной избирательной комиссии, дата и время проведения которого будут сообщены дополнительно.